Друзья, добрый день. Меня зовут Антон. Я являюсь представителем компании Charon Group в Варшаве. Появился классный кейс с Атабеком. Крутой ролик. Сейчас как раз конец смены, мы его ждем. Привет. Как твои дела? Сколько живешь в Варшаве? Живу уже в Польше где-то 4-й месяц. Приехал работать. Работа мне нравится. Я с Узбекистана, города Ташкент. Сколько тебе лет? Мне 23 года. 4 месяца здесь, правильно? 4 месяца здесь. Уже мне очень нравится здесь. Работаешь? Работаю. Где работаешь? Я работаю в строительстве. Раньше работал разнорабочим. Сейчас работаю плиточником. Плиточник сейчас уже хорошо зарабатывает. У меня раньше зарплата была где-то 1500-1800 долларов, а сейчас уже, когда плиточником устроился, уже лучше будет. Прости, это ваш проект, правильно? Где вы работаете? Да. Это наш проект. Да. Ты трудоустроен официально? Трудоустроен официально, конечно. Это хорошо. Друзья, а теперь я вам расскажу. Я всегда говорю в истории, я уже думаю, вы заметили. В видео мы уже начали это говорить. Почему? Потому что официальное трудоустройство – это очень важно. А если вы приезжаете и работаете трудоустроенно неофициально, а сейчас по всей Польше проходят проверки. Если вы трудоустроены неофициально, к вам пришли на работу, попросили показать документы, вы работаете, просто там какой-то вам частник, друг сказал, приезжай, будешь зарабатывать много денег, он вас не трудоустроил официально, но он зарплату платит, и пришел человек, пришла проверка, вас проверили, и вас просто депортируют из страны. Так что будьте внимательны, спрашивайте сразу же первый вопрос, трудоустройство официально ли, и это очень важно. Зарплата позволяет, так сказать, квартиру снимать нормально, жить хорошо. В Варшаве вообще классно. Здорово. А скажи, в каком районе живешь? Макатуве. Макатуве. Ну, то есть добраться, в принципе, не тяжело? Добраться вообще не тяжело. Это Макатув, район в центре. По проездному ездишь? Да, по проездному, да. А у тебя права есть? Права есть, B-категории. А машину планируешь здесь покупать? Ну, планирую, конечно, да, немецкую. Класс. Хорошо. Ты молодец, ты такой позитивный, на стиле. Меня зарядил тоже этим всем. Давай, может, и через камеру попробуем передать что-то ребятам, которые вот немножко сомневаются. Да, ребят, никогда не сомневайтесь. Все в ваших руках и просто дерзайте. Просто приезжайте и все. Нужны лишь маленькие деньги, чтобы сюда устроиться. Вот HR Iron Group поможет вам. Как мы помогли тебе. Да, как они помогли мне, и вообще отлично. Тут жизнь уже вообще другой уровень. Вообще другой уровень жизни. Тут люди, все для жизни создано здесь. Короче, если бы я был сейчас по ту сторону телефона, я бы согласился и сказал, где этот парень, я уже еду. Ребят, приезжайте к нам, да. Приезжайте к нам, приезжайте в Польшу, выбирайте вакансии, которые есть у нас на сайте. Мы с радостью поможем вам открыть визы, подготовить все документы и расскажем первое время, как, так, чтобы вам было легче, мы вам тоже поможем. Всем пока. Пока.